такой райончик приятный. Здесь квартира с отдельным входом. Двухуровневые. Сейчас, ребят, выйдем со двора, я вам расскажу, где мы с вами находимся. Клумбочки отдельные, посмотрите, вход отдельный. У каждого ступенечки. У каждого свои цветочки. Все так красиво посажено. Тишина во дворе с цветочками. Там впереди детская площадка. Просто возле входа все стоит. Детки играют. Какие клумбочки тоже под сосной. Красиво, аккуратненько все. И там выход. Выход с двух сторон. На выходе охрана. Пропускает, спрашивает, куда вы идете, в какую квартиру, кто вас ждет. Так выглядит территория. Сейчас выйдем во двор, я вам все расскажу. Аккуратненько все. У нас прекрасный осенний день, каждому по приветику. Из прекрасного солнечного Петербурга. Какая территория ухоженная. Все красивенько. Смотрите, какие верандочки. И выход. Сейчас выйдем через эти ворота. Вышли на центральную улицу. Вот дом продолжается. По кругу идет. Сейчас скажу вам адрес. Шумно здесь, ой, шумно. Просто хочу показать вам, что вокруг. Мы, друзья, находимся на Крестовском острове. Здесь бываем редко. Это тихий центр, я бы так назвала. На карте потом посмотрим, где это. Посмотрим, сколько здесь стоит недвижимость. Недвижимость стоит дорого. Петроградская 400 метров, Солнечная улица, Грибная улица. Граничит Крестовский остров с Васильевским островом. Метро здесь «Зенит» и Крестовский остров. Бассейн, посмотрите, написано, какой огромный бассейн. Ой, какие красивые здания. Смотрите, вот там дальше. Крестовский остров считается таким, знаете, более-менее тихим спальным районом центра. Вот этот дом, он продолжается дальше, дальше зеленый. Сейчас хотела адрес вам показать. Какие разные здесь дома. Все-таки я перешла дорогу. Это бассейн. Там дальше какие интересные дома. Крестовский остров. Это остров в Санкт-Петербурге. Он находится в западной части города, на территории Петроградского административного района. В историческом районе, называемом Острова. Большую половину площади острова занимает Приморский парк Победы. На острове расположены две станции метро. Какие интересные здесь. Смотрите, дворы, дома. Две станции метро. Крестовский остров и Зенит. Немножечко прогуляемся, ребят. Когда мы посмотрим на карте, вы увидите, где это. Для меня это практически центр. Петроградский район, Василеостровский район. Это практически центр, ребят.
Но здесь больше зелени на этом острове. Впереди Константиновский проспект. Какие интересные квартиры. Там, видимо, смотрите, так трубы проведены и лоджии угловые. Эти дома оформлены. Фасады, фасады. Так, чуть-чуть пройдем с вами. У нас прекрасная погода в Петербурге. Конечно, уже свежо. Но видите, еще все равно с длинным рукавчиком, но не в курточках. Мы как-то были с вами на Крестовском острове, но это было, не знаю, может, год назад, может, больше. Давайте посмотрим адрес. Константиновский проспект, 23. Здесь как-то так уютно, зелено в каждом дворе. В том даже дворе видна площадка. И мы идем на набережную с вами. Виды. Виды из этих окон на набережную. Вышел на набережную, прогулялся, посидел на скамеечке. Посмотрите, виден Лахта-центр. Флаги. Красота, ребят. В центре, и в то же время очень много зелени, и как будто не в центре, в тихом районе. Ветер. Вот смотрите, как выглядит с набережной. Класс.
Да нет, тут есть как очень дорогие квартиры, так и для Петербурга не очень дорогие, обычные. Вот 57.